Все, хорош. Квадратик есть. Так, все. Так. Ну вот у нас заканчивается сколько дней лечения, Саша? 8 дней. Вот Саша как раз у нас был на встрече с Сергеем. Собственно говоря, ты его и видел, наверное, в этом, в YouTube, да? Значит, скажи мне, пожалуйста, какая у тебя проблема? Ну, с какой проблемой? Невылеченная много лет назад полученная травма, которая... А что за травма? Ну, у меня связки надорваны были. На одном колене 1.5 года оно болело, потом кое-как зажило, и через месяц начало, и это уже прошло 3.5 года, как болело левое колено. Левое колено. Значит, что тебя беспокоило? То есть боли, ограничения движения, там еще что-то, то есть поподробнее? Ну, сустав, да, явно был скован, и движение, ограничения, да, вплоть до того, что в последнее время ходить даже стало плохо, неудобно. Неудобно, то есть неуверенно, да? Да. Ты говорил даже, что по гололёду тебе... Это само собой, да. То есть страшно было ходить. Да. Так, скажи, пожалуйста, какие нагрузки у тебя были в последнее время? Ну, я пытался там играть в волейбол, если это можно так назвать. Да. Ну, и, в принципе, Бег, ходьба? Нет, в последнее время вообще очень болела вся нога, не только колено, а там и вся ниже колена, и выше колена, да. Поэтому... Нагрузки нормальные не было. Скажи мне, пожалуйста, сколько сейчас ты проходишь и пробегаешь в день? Ну, вот специально, когда приехал, к вам взял шагомер себе, поэтому это 10, не меньше 10 километров в день, 12-14 километров в день, причем. Так, хорошие нагрузки, да. Хорошие нагрузки. Скажи мне, пожалуйста, что изменилось? Вот прошло 10 дней. И, так сказать, свое впечатление. Потому что ты смотрел на Сережу тогда, как на человека, который справился. Да, вот теперь же расскажи о своих результатах. Ну, явно опущено колено, скажем так. То есть функциональность самого сустава восстановлена. Вот, можно уже потихонечку начинать бегать. Ну, бегать, если ты сейчас пробегаешь 10-14 километров в день, да? Причем каждый день. Каждый день. И скажи мне, вот что из процедур, то есть тут масса процедур была, здесь и было специальное кровопускание с банками, где слизь выходит такая, застоявшаяся кровь. Здесь был и массаж, и бинтование, и гимнастики. Вот твое видение, что, так сказать, больше всего помогло или, так сказать, все вместе? Я думаю, в совокупности все-таки, потому что, ну... Все равно человеку самому надо работать. Безусловно, конечно, вы запускаете, вы отпускаете те связки, которые неправильно, те сухожилия, соединительные ткани, которые за эти 3.5 года уже неправильно срослась. Безусловно, вы ставите на место. По сути дела, я так вот своим, когда рассказываюсь, я говорю, мне заново делают ногу, полностью формируют ногу. Ну и не только ногу, потому что гимнастика идет на все тело. Теперь ты понимаешь, что все тело было перекручено, все тело уже, так сказать, нога закрутила все тело, и практически и плечо, и все. И если раньше от нагрузки становилось хуже, то теперь от нагрузки... Ну, наоборот, хочется ходить, хочется бегать. Вот. Да, то есть вот здесь интересно, что раньше он себя заставлял заниматься гимнастикой, а сейчас уже тяжело не заниматься, я правильно говорю? Да, то есть, так и есть. Так и есть. Саш, значит, еще что, вот, так сказать, что бы ты мог сказать тем людям, которые смотрят сейчас, так же, как ты в свое время смотрел, свое мнение, свои пожелания, свое видение вот этого лечения, то есть, чем оно отличалось от всех предыдущих, потому что ты же все время это лечил? Ну да, время. Конечно, занимался постоянно, пытался какие-то гимнастики найти. А что сказать? Самое главное, это, конечно, нужно не затягивать лечение, потому что вот у людей, которые тоже Сережа и остальных людей, которые я смотрел на канале вашем на Ютубе, конечно, у них быстрее это проходит, потому что время работает в этом случае не на нас. Так, ну ты встань тихонечко, покажи, что у тебя изменилось. То есть ты говорил, что раньше нельзя было... Ну, там не притопнуть коленом вот этой ногой левой,
нельзя было, то есть не пробежаться там. Ну вообще функциональности практически уже не было, потому что 1.5 плюс 3,5 года, это 5 лет, это огромный срок. Конечно. Но сейчас даже ты тут ходишь по гололеду, по всему, как состояние? Ну, увереннее сустав, однозначно себя чувствую. А скажи мне еще, вот у тебя нет впечатления, что это как бы такой, знаешь, сиюминутный результат, слабый, а, так сказать, там, вернешься, оно вернется назад? Или, так сказать, такая уверенность внутренняя есть? Нет, ну, надо заниматься, конечно, потому что мышцы за это время атрофировались тоже, и неправильно все находилось. Сейчас организм стал, нога и в целом тело стало на место, конечно, и нужно вспоминать по-новому это, хотя уже за эту неделю много вспомнил сам организм, уже, как бегать, потому что 5 лет не бегать, это огромное. То есть 5 лет не бегать, а сейчас бегать по 10-14 километров в день, да. 8, и каждый день понемножку что, увеличились, то есть практически, вот здесь я как бы говорю, но Саша подтвердит, что результат идет практически каждый день. То есть не то, что как сделал хирург, говорит, ну когда-то вот мы тебя выпишем, там через полгода станет лучше. А если не станет лучше, значит ты виноват. А здесь практически результат идет каждый день. Каждый день какое-то прибавление, иногда даже несколько раз в день. Правильно говорю? Да, так и есть. То есть сначала что-то отпускается внутри после вашего массажа, или как это можно назвать, глубокого. Ну, растягивание связок, отпускание. Да. В течение дня еще чувствую, что добавляется. Но знаешь, вот я тебе хочу сказать, даже на тебя сейчас смотришь, сейчас и когда ты сидел рядом с Сережей, ну, приедешь, посмотришь, сравнишь, скажешь, ну, это два разных человека. То есть тогда Сережа был как такой человек, который, ну, мастер, который сделал результат. А сейчас у тебя уже состояние, улыбка. Ну что? Мы с тобой за 8 дней сделали многое, потому что тебе что предлагали в лечении? Операцию или еще что-то? Да в том-то и дело, что операции не предлагали, потому что вот диагностики того, что вы лечите, ее нет просто-напросто. Теперь понимаешь. Они смотрят либо только тупо в суставе, там МРТ сделали, страшно ничего, там какие-то микронадрывы, говорят, да ты уже должен бегать, давно было. Все, а то, что тут вот выше, столько, ниже, столько, и по всему телу. Столько болот вскрыли, когда кровь просто уже... Как слизь. Не кровь уже, да, не совсем. Кровь, да. И кто это? И потом растянуть, оттянуть связки от кости, как прилипшие, чтобы туда пошла кровь. Угу. То есть суть-то заключается в том, что хирург всегда смотрит только на место сустава, не видя, что основная причина находится... И надо совсем далеко. И поэтому для меня даже самые современные методы диагностики идут как дополнение, а не как основные вещи. И мне важно смотреть пациента. Поэтому когда иногда люди говорят, да мы вам пришлем снимки, посмотрите. Но снимки, теперь понимаешь, это снимки, ультразвук, МРТ, там, компьютер, это слишком мало. То есть руками... Настоящий мастер видит намного больше. Ну что, Саш, мы посмотрим еще на результат у тебя там, через полгода, через год, чтобы вы понимали, что здесь результат будет нарастать. И то, чем я занимаюсь, отличается от обычной медицины, что здесь результат предсказуем и гарантируем. Немножко меньше, немножко больше. А не случайно, как при операции. Это гарантирует только операцию, гарантирует только лечение, но не результат. Ну что, дорогой, успехов! Спасибо большое. Да. Все, добрый путь.